Бля, я так хочу от первого лица, я аж от первого лица взял попади. Ну вроде тут падал, но я никого не вижу. Есть. Два. Я падаю первый. Вот на такую стройку. Они упадут быстрее, чем ты. Я же сказал. Но двое было. Ну, вот они, да. Нахуй, X8, блядь. Ой, сука. Так это не по мне. Да. Вон он бежит, блядь. Ног. Еще один должен быть. Где он, я хз? Минус один. И тут второй должен быть где-то, осторожно. Он может быть уже там. Прям там вот в тех хуйнях. А может и не быть. Может он быть вот в этих справа. Не знаю. Я не видел, чтобы она открыта была. Да, оттуда стреляет, короче. Вот оттуда. Стоп. Ой, блядь. Где? А, вижу, вижу. Заебись. Он умер, все уже, он дотек. Я эти X8 еще один нашел. Давай X8, заебись. Да не, а, блядь. Чё мне-то не сказал, что жмёшь? Я побежал парашу какую-нибудь лутать для ближнего боя. Где он там? Мог направо убежать, мог налево убежать. Значит, убежал уже. Ты свою стройку залутал уже? Пошли тогда нахуй отсюда. В сторону зоны. На. Найти эту хуйню. Зоны пошли. Кстати, я не слышу, чтобы на Пауэрграде стрелялись. Блин, пока до этой стройки добежит, нахуй уже зона пойдет.
Это где-то выглядит как раз. Справа. Сзади вообще. Из города. Ну, блядь, ёбаный ты, блядь, Абэма. Дальше на той стройке стреляют, которая дальше. Элтон. Тут Лутон уже. Сюда едет маслкар. Вышли, нет? У меня немногим лучше. А где еще второй? А, вижу. Дальше побежал. Кстати, это мы с тобой его убили, потому что я сначала я выстрелил в него попал, а потом ты. Так что это нихуя не последний патрон. Х4. Так, аптечку у него. Блять, все спиздил то я. Ну я семерки у него пизданул, короче. Забирай пятерки у него. И у этого я семерки спизданул. У этого пятерки, короче, лежат. А мне семерки нужны. А, блядь, ты коложил. Увеличенный возьми. Ладно, бог, поехали. Я взял. Блядь, а что тебе надо было? Че, на двух поедем? Давай метку. Че, блядь, сквозь город ебашим? А то все, блядь. Ювелирно, блядь. Блядь, дайте мне скорострельную пушку, пожалуйста. Блядь. Тут было. Лутон, короче, здесь. Чё, тебе 4 икса дать? Познали тут Лутона. Ну, я поэтому и говорю, что тут лутано.
лет. Ебать! Накаркал, сука. А? Прошение. Бля, я говорю, там, блядь, ювелирно было, нахуй, но сплыло, блядь. 5 из КС, сука. Чекай дроп. Да я тебе дам обоим. Блять, тут тупо пусто, нахуй. Нихуя нет. Да я вижу. Мне газ надо? На снайпер. Это ты? Сколько у тебя аптек? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Бать. Часик. Скажи что-нибудь. Андрей, ту-ду-ду. Ладно, погнали. Блять. Вот бы побыстрее бы полутать, даже надамажиться нахуй, не грех, да? Я в заносе еду, я думал, ты останавливаешь. Профил. Ебать, ты шо нахуй? Привет, Андрей, блять. Глушил ты нашел. Иди сюда, третья броня на втором этаже. Как и тебя смотреть справа, на втором этаже броня будет, третья. Нахуй. Сюда. На. М? Рут, тебе третий жилет не нужен? Ну, так иди забирай. Пахе влетит. Ба, утконос, блядь. Заебись все. Ну-ка, как утконос нахуй работает, мне интересно. Сейчас протестим, блядь. Ага, это вот так, с компенсатором. Абсолютно так же, а утконос... Ебать, утконос нормальная тема. На. А, эти семерки же еще нужны. Сколько у тебя? Сколько у тебя семерок? Забирай. Поехали. Ну, можно, в принципе. Ну да, да, заправка.
ебучая заправка, блядь. Да задом съезжай, блядь. Ага, или там, допустим, если какая-то хуйня случилась. Допустим, блядь, развернуло тебя. Ты все равно вперед не можешь нормально продолжить ехать. Даже если ты вперед до этого ехал. Поехали, блядь, куда-нибудь, заебавшись. За горой на 165 что-то едет. К нам едет. Назад возвращайся. Ох, выйди, 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 выйди. Вон они, баги. Спускается с горы. Две баги. Тебе аптеки нужны, нет? Тебе аптеки нужны, нет? Сейчас погодь, я заправлю. Погнали. Едет еще кто? А это те две баги едут. Да, да, они прям за нами едут. Одна в частности со тобой. Ну, блядь, такое типа. Ну, можно попробовать. Да. Блять! Что нахуй с другой стороны? Ёбаный рот, блять! А, это он по мне стрелял. Понятно. Там еще один едет вон. Сейчас я быстро, блядь, залута у него. Хорошо. Ну, по мне нихуя не работает. Ой, блядь, по мне пизда, больно нахуй, коряк ёбаный, блядь. А, откуда-то наоборот, нахуй, 195, блядь. Еще и сзади, блядь. Да, надо захилиться, не могу, никогда не поеду, пока не захилюсь. Да, блядь. Спускайся ко мне. Тормози. Мне тоже в голову кто-то ебанул. Больно, блядь. Глушителя. Пандон, блядь. Чё по хп, бинтам, аптекам, вся хуйня. Сколько у тебя аптек? Бать. Ну, у меня вторая голова снятая, блядь, почти 22 осталось. Все. Я бы съебался отсюда, пошли съебемся. Тем более опять едет что-то. Будем принимать или съебаем? Баги, блядь. Накосы сильные, блядь. Думаешь, его не залутали? Значит, залутали. А, вот. Охуенно, блядь! Сука, слева, блядь, пидорас. Андон, блядь, не стреляй, нахуй. Обоих убил. Бля, сорян. Сорян, нахуй. Я что-то аж это.
Я не по машине заливал, вот именно что я заливал по тому челику, а у меня просто не получалось, блять, куда-то мимо него стрелять, нахуй. Я, блять, так обосраться, конечно, надо уметь, нахуй. Да-да, блять, они видишь, нахуй, как сидят, блять. Хуёво, пизда. Пизда, блять. Нахуй. Жизни самое необходимое, блядь, сейчас. Фу, блядь. Чё, может тут и сидеть, нахуй? Ну, блядь. Чё, сзади, по-моему, кто-то был. Там, нахуй, хуярится, блядь. Где? Блять, пизда второй каски, нахуй. Фу, блять, нахуй, башим. Пашу в кашу, блять. Оп, 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 нахуй. Где масхалат заебешь? Вот он. Все, я нашел. Каска, блять. Не, я разъебал ему каску. О, у этого есть, нахуй. Заебись. Да, я ему третью каску разъебал. А может, он ее не успел залутать просто. Оп. Нахуй, откуда? Ну, оттуда же, да? Оттуда, куда я смотрю сейчас. Сижу. Я говорю, я буду сидеть пока зона. Тут. А, вон пидорас бежит, нахуй. А ебанись, блядь. Не, вылазить не буду, нахуй надо. Ту-ту-ту-ту-ту, блядь. 12 живых, нахуй. На самом деле, отсюда бы съебал вот куда-нибудь на вот эту горочку, блядь, и сидел бы там. Если бы зона нормально туда бы сошлась, блядь. Я... Вон чувак бежит. Я, типа, хотел так сделать, а потом, типа, подумал, а нахуя? Вот там бежал. Я прям видел его. Может, тут сверху холма высунуться, а может, и снизу. Но я точно его видел. Вон он. Да ебанись, блядь. Да подожди, нахуй. Не, он меня не спалил. Он не бьет где. Он с другими стреляется, дурачок, блядь. И у меня я запущенный, я успею в любом случае в зон забежать. Как нихуя делать бежать. Мне главное просто жопу закрыть себе, чтобы мне в зад никто не прибежал, и все. Бать, я ж обосрался, нахуй. Его в любом случае зона, блядь, прижмет раньше, чем меня. Так что... Блядь, просто в зону войду сверху, нахуй, и всё. Там вроде бы, типа, горочка. Могу, блядь, в крайнем случае машину нахуй взять и съебать. Ну где ты, Чунга-Чанга, блядь? Там были люди. Да, вон.
Но это, я не думаю, что это он. Я не думаю, что... А, похуй, поебали. Поебашили, точнее. Угу. Еще спереди, блядь, есть пидорас. Он еще нахуй сидит. Угу. Нахуй ложиться, если тут вот такая хуйня есть? Оп. Угу. Нахуй им заходить, если... Куда, блядь, интересно, патроны мои уходят, нахуй. Что, с глушителем или с компенсатором? Хм. Ну, компенсатор компенсирует, блядь, справедливо, не правда ли? Блять, как мне в зону входить нахуй лучше? Справа чувак один был, я бы его сбрил, вот за дерево бы сел. Не, вниз, вниз не в зоне, как раз таки. В смысле забор в зоне был? Нихуя забор не в зоне. Ебать, нихуя, ебать, прокнула, пизда. Хз. Нет, он бы сдох уже за зоной. Бать, дерит, деритас. Ой, бать, вот он. Это в любом случае в зоне. Да и он, естественно, в зоне, он сел просто, блядь. Гранаты им закинуть? Думал, гранаты ему закинуть, чешо. Ну, блять, им тут неудобно будет меня расстреливать. А вот не факт. Слева я их разъебу сам. Вон бегут. Бегут слева. Слева бегут, говорю. Блять. Тихо, да.
А может вот здесь, блядь, из-за угла, из-за бугра. Заебок. А, все, 1-1, нахуй. Он обо мне не знает. Угу. Смотри, сейчас как нахуй делаю. Бегу к этому дереву, блядь. Ну дерево, блядь, слишком здоровое, нахуй, чтобы из-за него что-то чекать. В пизду пошел, мразь.